немножко план у нас был другой. Не то, что не выполняли, выполняли по развитию, по в принципе нормально, но слишком медленно, слишком переходили центр поля. Просил ребят, что Жодина будет играть на своей половине, поэтому быстрее играть, а не получилось. Плюс выпал с игры Васильев полностью. И на острие у нас не оказалось человек. Хотя создали неплохой момент, когда Шевченко перекладину попал. Еще пару моментов было. Не получилось забить гол, хотя моменты были очень хорошие и у Шевченки, и у Васильева. Ну, упорная борьба, команда Жодина такая, любит борьбу, тягучая. То есть плюс это удаление немножко нас так немного напрягло.